Неожиданная новость для поклонников сериала «Организация» Тишкелят. Похоже, новым героем успешного проекта может стать Мурат Йылдырым, сериал которого только что завершился досрочно. Зрители государственного телеканала ТРТ-1 с нетерпением ждут продолжения популярного сериала «Организация Тишкелят», который демонстрируется по воскресеньям. Напомним, что в конце второго сезона каст проекта покинул исполнитель главной роли Чалар Эртугрул. Как пояснил сам актер, у него был контракт только на 2 сезона, к тому же начались проблемы со здоровьем, поэтому он вынужден был попрощаться с командой. Несмотря на то, что съемки 3-го сезона уже стартовали, нового актера на главную роль продюсеры компании TeamZNB пока не нашли. Как сообщает известная журналистка Берсен Алтунташ, сценарист Эдхем Азишик ввел в сюжет персонажа по имени Амер, который станет главным героем сериала. Руководству телеканала ТРТ-1 был предложен ряд кандидатур на эту роль. Однако ни один из актеров менеджмент госканала не устроил. Они хотят настоящую большую звезду. По словам журналистки, продюсер Бурак Сагяшар предложил главную роль Мурату Йылдырыму, сериал которого «Азиз» был отменен в последний момент. Пока актер находится в США и не принял предложение. Съемки сериала «Организация» продолжаются. К касту проекта присоединились Юнус Эмре Йылдырымер, Юнус Нарин, Левен Джан и Сирен Денис Ялчин. Однако кризис с главной звездой по-прежнему не разрешен. И когда состоится премьера 3-го сезона, неизвестно. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете узнавать самые последние новости в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.